Ивановские коммунисты поддержали коллегу. В конце января Государственная Дума дала согласие на передачу в суд дела члена фракции КПРФ Владимира Бессонова. По версии следствия, 2 декабря 2011 года парламентарий в Ростове-на-Дону организовал несогласованный митинг. Полиция требовала остановить акцию, но безуспешно. В итоге между протестующими и блюстителями правопорядка завязалась драка, участие в которой принимал и сам Бессонов. Впоследствии он был лишен неприкосновенности и стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в сопротивлении сотрудникам полиции. Теперь дело ушло в суд, и коммунисты по всей стране вышли с митингами. Они считают решение несправедливым. Любопытно, что митинговать в поддержку Бессонова на площади Революции администрация не позволила. Разрешили провести акцию памятника Фрунзе. Конфликтовать в этот раз не стали, хотя и в нашем регионе не всегда отношения с чиновниками и полицией у КПРФ складываются. Бывает немотивированное составление протоколов, особенно по 20.2, то есть по административному правонарушению, якобы нарушение на массовых мероприятиях. Такое бывает.